Оборудование для окраски поставлено на автоваз немецкой фирмы «Айзенман». Этот комплекс изначально спроектированный в соответствии с самыми современными тенденциями, уникален в пределах России. Мы уже успешно завершили несколько проектов на автовазе, среди которых объекты в ОПП и ППИ, но они, конечно, не сравнимы с комплексом окраски «Калины». Здесь применены самые современные технологии. При установке оборудования мы очень хорошо поработали со всеми организациями, которые были заняты на этом объекте. Конечно, были небольшие проблемы, но в конце это забывается, когда виден успех. Впервые в практике российского автомобилестроения кузов, проходящий предварительную подготовку перед окраской, транспортируется на программируемом челноке Vario Shuttle. С помощью него можно регулировать время прохождения технологических емкостей, а также устанавливать необходимые углы входа-выхода кузовов из ванн для эффективного стекания растворов и исключения их переноса из одной зоны в другую. Участок подготовки поверхности кузова оснащен 26, а установка катафореза 13 челноками. Vario Shuttle представляет из себя самостоятельную автономную единицу, работающую в автоматическом режиме. Значит, связь с верхним уровнем он имеет по специальным промышленным сетям, которые существуют для того, чтобы знать, в каком состоянии он находится, значит, что у него в данный момент творится, есть ли у него автоматический режим, есть ли аварийная какая-то ситуация. Вот. Значит, ну, сегодня уже, в общем-то, все крутится, работает, но были моменты, когда здесь ничего не было. И мы монтировали это все с нуля. Начинали монтаж полностью делать под руководством фирмы «Айзенман». Смонтировали и вели пусконаладочные работы. Практически опыта у нас никакого не было работы с этими системами. Все учились в процессе монтажа и пусконаладки. Но сегодня уже идет покрасочный процесс, и можно сказать, что мы как бы с колес спусконаладки окунулись в режим обслуживания. В технологии окраски применяется двухкомпонентный катафорезный грунт с коррозийной стойкостью на уровне мировых стандартов. Новое оборудование обеспечивает быструю смену эмалей, что позволяет использовать в окраске широкую цветовую гамму. Сам техпроцесс окраски кузовов легковых автомобилей, он во всем мире один и тот же, и тут мы не будем ничего выдумывать, и не выдумывали. Он имеет 4 слоя, это электроосаждение, первичный грунт, катафорез, так сказать, вторичный грунт полиэфирный, который умеет теперь растекаться. Вот этого грунта в старом цеху у нас не было, потому что мы вынуждены были тот грунт, который мы применяем, 100% шлифовать. Сегодня мы этого не будем. Это приведет к следующему, что сам вторичный грунт поимеет глянец определенный, ровность, а это значит, мы придем после окончательного покрытия к тому качеству, которое сразу бросается в глаза. То есть все блестит, шагрений нет на наших автомобилях, которые красят в Европе. Это что касается покрытия. Грунтование кузова и нанесение лака в окрасочных камерах осуществляется 32 роботами. 6 роботов на линии грунта и 26 роботов на двух лаковых линиях. Современное оборудование позволяет осуществлять окраску кузовов автомобилей «Лада Калина» в пределах одной партии 16 различных цветов, 10 из которых металлик. Для высокой скорости чередования цветов используется современный метод промывки оборудования, обеспечивающий замену краски в течение 12 секунд. Большое внимание уделено качеству окраски. Так, для достижения максимальной чистоты воздуха в цехе работает целая система кондиционирования. Окрасочный процесс проходит при постоянной температуре в 20 градусов. Для поддержания нужного микроклимата в цехе смонтированы специальные охлаждающие и нагревающие атмосферу устройства. Специалистами автозавостроя выполнен монтаж уникальных очистных сооружений, не имеющих аналогов отечественного машиностроения, смонтированные емкости для хранения технологических жидкостей, смонтирована насосная станция, выполнена обвязка технологического оборудования, электромонтажные работы, пусконаладка. В соответствии с природоохранной политикой автоваза в окрасочном комплексе действует оборудование, обеспечивающее экологическую чистоту производства.
Специальные дожигатели не позволяют вредным парам красок и растворителей попасть в атмосферу. В цокольном этаже на глубине 6 метров расположены гидрофильтры и установка нейтрализации источных вод. Автомобиль «Лада Калина» стал для АвтоВАЗа полигоном, на котором отрабатываются самые современные формы автомобильного производства, начиная с математического моделирования при проектировании модели до прогрессивной организации производства. АвтоВАЗ заключил контракт с компанией PPG Helios для управления процессом окраски. Мы взяли на себя ответственность за технологический процесс, такие как бандеризация, катафореза, очистка сточных вод, подготовка деминерализованной воды, коагуляция, за подготовкę краски, за подготовkę chemikatów, a także za automatyczne naniesienie краски через роботы, через ESTA роботы. Мы взяли на себя тоже ответственность за входный контроль материалов и за контроль качества, что касается материалов. Наша роль есть поддержка АвтоВАЗу в улучшении качества и снижении затрат. Современные технологические решения, оборудование и новые в российском автомобилестроении организации производства комплекса окраски обеспечили технологическую основу для высокоэффективного и качественного процесса изготовления автомобилей «Лада Калина».